Я действительно арестован? Или я могу пойти что-нибудь поесть? Они богачи. Они от убийства откупятся. Мы идеальная семья. Все мы подверглись сильному волнению из-за происшествия. Такой удар, мы все просто потрясены, ужас. Извините, но мы ваша жена подозреваемая. Слушай, я думал, что наш вклад в фонд Нантакета дает нам немножко больше свободы действий. Кто-то погиб. И кто-то в этом виновен. Гриер Уинбери. Гриер всех заставляет подписывать соглашение, а не разглашение. Так, Уинбери. И я бы... Бенди. Его не поймешь. А Уилл? Ненавижу их! Томас, идиот. Да. Я взял у него таблетку. Это что, преступление? Да. Мы должны думать на несколько шагов вперед. Я ее убью. Ну, вот этого я не ожидала. И я тоже. Да! Эти люди привыкли получать все, чего хотят. Как только они поймут, что теряют контроль, они разрушат все. Даже самые лучшие в мире обманщики устают лгать слишком много. Раз, и они попались. You're just too good to be true.